Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях в училище Олимпийского резерва номер один выдающаяся спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, обладательница Кубка европейских чемпионов Алла Шишкина. Здравствуйте! Вы учились в училище Олимпийского резерва номер три. Как считаете, в такого рода училищах спортсменам комфортно? Да, я считаю, что это вообще огромное дело, что есть такие в Москве училища. И, к сожалению, всего три. Хотелось бы, чтобы было больше. Мне кажется, что спортсменов у нас достаточно много. Москва приносит много медалей на чемпионатах различных и мира, и Олимпийских играх. То есть, действительно, у нас очень много спортсменов учится. И если ты нацелен на высокие спортивные результаты, то, конечно, училище в этом очень помогает. Вообще, надо поставить учителям, которые работают в училищах, просто памятник, потому что они сидят с утра до ночи. Потому что одни спортсмены тренируются с утра, другие вечером. И в любой момент ты можешь прийти на занятия, и учитель тебе никогда не откажет, всегда тебя выслушает, объяснит какой-то новый материал, поможет с домашним заданием. То есть, действительно, это уникальное заведение, которое для спортсменов практически дом родной. Как выглядит ваш стандартный тренировочный день? Стандартный тренировочный день проходит на озере Круглом, на спортивной олимпийской базе. Подъем где-то в районе 7:30 утра, завтрак, в 9 утра начинается тренировка. Она длится до 3:30, до 4. Сначала 2 часа зала, потом все остальное время тренировка в воде. Дальше у нас обед, перерыв небольшой, часа полтора, чтобы поспать. И с 6:30 и до, хочется сказать, до бесконечности. Но, конечно, есть пределы, где-то до 10:30, до 11 мы тренируемся. Как вы относитесь к зарядкам утренним? Вы знаете, у меня, можно сказать, каждый день утренняя зарядка, потому что вся практически моя жизнь проходит на сборах. У нас такая команда, что мы собираемся и весь год живем в одном месте, тренируемся, нас не распускают по несколько недель там домой. Вот у меня сейчас отпуск 2 месяца, и после этого все дни мы будем жить все вместе и делать каждое утро зарядку. Как и когда вы начали заниматься синхронным плаванием? Сразу ли поняли, что это серьезно? Я осознанно, как это не смешно звучит, для 7-летнего ребенка выбрала этот вид спорта. С 5 лет занималась музыкой, балетом, но все мне это не нравилось, как-то особо инициативы не проявляла. Родители водили на занятия, ну, я подчинялась. А потом просто увидела по телевизору соревнования, и мне настолько понравилось, что я сама буквально потащила родителей в бассейн, упросила их, чтобы я обязательно пошла именно в этот вид спорта. Я очень всегда любила плавать, мне нравилось танцевать, а в этом виде спорта все это совместилось. Сначала, конечно, мне казалось, что это все легко и просто, и просто я буду плавать красиво, все будет получаться. Серьезная нацеленность на какие-то результаты, это, конечно, ну, лет в 13, в 14, когда уже человек, наверное, сам взрослеет и понимает, расставляет какие-то приоритеты. В юниорском возрасте вы не попали в сборную. Не было желания бросить все? Да, конечно, было. Это был, наверное, самый тяжелый переломный момент в моей жизни. И я всегда хочу сказать, что для спортсмена очень важно, чтобы с ним была еще и удача. Потому что в тот период так сложились обстоятельства. Благодаря своему тренеру личному Наталье Игоревне Чижовой я не бросила спорт, она меня уговорила еще потренироваться хотя бы по одной тренировке в день ходить. Я прислушалась к ней, и так сложилась судьба, так сложились звезды, что в итоге меня все-таки пригласили на отбор. И на отборе из 25 человек я заняла 5-е место. На отборе судил непосредственно тренер сборной команды Татьяна Николаевна Покровская. И с тех пор, вот это был уже 2008 год, с 2008 года я вот в составе сборной России, несмотря на то, что не попала в юниорскую сборную. То есть благодаря тренеру вы справились со всеми вот эмоциями, которые у вас... Да, да, конечно, потому что я уже пришла с цветами к тренеру, сказала, что спасибо вам большое, что вы столько лет в меня вкладывали,
У нас прекрасные отношения с моим личным тренером. Я просто считаю ее второй мамой. Мы регулярно друг к другу ходим в гости, ездим на дачу. И я с ее дочкой делала дуэт, потому что мы одногодки. Ну и она мне сказала: слушай, ну подожди еще чуть-чуть. Говорит, ну что там тебе, ну еще там полгодика потренируйся. Если уж совсем будет все, значит, ну тогда я приму это твое решение. И вот она прям как в воду глядела, действительно, эти полгодика стали решающими. Когда поставили перед собой цель олимпийское золото? Ой, вообще такой цели не ставила, потому что у нас очень жесткая конкуренция, большая скамейка запасных, девчонки все очень хорошие. Сейчас пришла молодежь, я уже могу говорить так, потому что я практически самый взрослый член нашей команды. И 18-20-летние девчонки очень хорошо подготовленные. И всегда была такая конкуренция. То есть я всегда знала, что нет незаменимых. Поэтому я даже о самой Олимпиаде сначала особо не мечтала. Сначала вот все поэтапно. Сначала я думала: господи, наверное, меня не возьмут на Европу. Потом меня взяли на Европу. Потом я ужасно переживала, боялась, что меня не возьмут на мир. Меня взяли на мир. И потом уже забрежила какая-то надежда, но... Окончательный состав на Олимпийские игры вот в 2012 году мы узнали за месяц до Олимпийских игр, и все это время ты находился в постоянном напряжении нервном, не знал, плюс еще, ну, все равно есть вот эта конкурентная борьба, несмотря на то, что мы все дружим, мы все хорошо общаемся, все равно ты понимаешь, что из 12 человек, которые были на мире, останется всего 8. Расскажите о своих эмоциях на первой Олимпиаде. Было очень тяжело, потому что я как раз была одна из тех молодых, которые неопытные, которые еще непонятно, что ожидать, несмотря на то, что я уже была чемпионкой мира многократная. Все равно Олимпийские игры – это как особый какой-то старт, который в жизни каждого спортсмена – вершина твоей тренировочной деятельности. И, конечно, нервы могут сдать, никто от этого не застрахован. Поэтому тренер, наверное, прессинговала вот молодых больше всего для того, чтобы проверить просто нашу стрессоустойчивость. Конечно, это было непросто все пережить. После игр в Лондоне я, честно говоря, думала, что все, я закончу свою спортивную карьеру, что я больше этого ада вынести не смогу. Но тоже, опять же, сложились так обстоятельства, что я осталась еще на чемпионат мира, потом мне дали полгода отдыха, и после этого я снова вернулась. И вот Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, они были совершенно другие. То есть они, если Лондон был такой напряженный, очень сложный, очень было нервное напряжение, ты боишься подвести тех, кто уже чемпионы олимпийские, то Рио, во-первых, сама страна. Это было настолько зажигательно, настолько легко, настолько хорошо нас принимали, несмотря на все, что было, вот эти вот проблемы с допингом. Нас все-таки пустили, и к нам не было никакого негатива в нашу сторону. И поэтому, стоя на пьедестале в Рио, я знала, что я 100% вернусь еще и в Токио. Что бы вы хотели или могли посоветовать юным спортсменам перед ответственными соревнованиями? Ну, у меня есть несколько своих правил, которых я всегда придерживаюсь перед соревнованиями. Если ты куда-то уезжаешь, то старайся максимально, как бы это ни показалось странно, еда очень важна. То есть старайся есть то, что ты привык есть. Не стоит экспериментировать, особенно перед соревнованиями. Я, например, вот прошедший чемпионат мира, там все это было как на Олимпийских играх. Большая столовая, шведский стол, кухни разного мира. То есть там и китайская какая-то лапша, и европейские блюда. И буквально там в первый и второй день я выбрала себе то, что я буду есть на завтрак, то, что я буду есть на обед, то, что буду есть на ужин. И все дни чемпионата мира я ела одно и то же, потому что нельзя себе позволять, чтобы были какие-то сюрпризы. То есть у меня вот в плане еды, воды, железная дисциплина, все одно и то же нужно. Потом в связи с тем, что сейчас такие жесткие у нас требования, за нами постоянно следят в плане допинг-контроля, всем молодым, когда мы были молодые, нам об этом говорили, бутылка воды, ты должен проверить, чтобы она была запечатана, чтобы крышка была плотно к кольцу, к этому
представлена. Открываешь бутылку, пьешь, если бутылку куда-то отставляешь, и ты не можешь за ней следить, не отдаешь в руки врачу или тренеру, то все, ты ее выбрасываешь и берешь потом новую. Ни в коем случае не пить из открытых бутылок, из чужих бутылок, там многие еще разводят какие-то напитки, да, то есть если ты что-то, какие-то энергетические напитки или изотоник что-то развел, то за этим надо прям следить. Я свои бутылки, в которых там что-то, да, именно какие-то подпитывающие жидкости, я их отдаю тренеру, чтобы он обязательно с этой бутылкой ходил, никуда ее не ставил и вот держал при себе. Только тогда можно пить то, что уже как бы открыто. Это, наверное, пожалуй, два самых главных правила. А что касается волнения, у каждого свои какие-то методы. Я люблю просто написать смски друзьям, родителям, получить от них положительный фидбэк, чтобы они пожелали мне удачи, что все получится, и меня всегда это очень успокаивает. Послушать любимую музыку. Еще есть, недавно мне рассказали интересный такой момент, у каждого есть, например, любимый парфюм, любимые духи какие-то, можно побрызгать на платок, и прямо перед выходом на старт, там буквально за несколько минут, просто понюхать этот платок, и вот аромат любимых духов, он тоже успокаивает. Что дает вам силы? Где черпаете вдохновение? Конечно же, моя семья, я замужем, у меня прекрасный муж, который меня всегда поддерживает, который уже много лет, наверное, ждет, когда закончу свою спортивную карьеру и наконец-то буду дома, а не постоянно на тренировках. Конечно же, родители, теперь уже родители мужа тоже мои, очень ярые болельщики. Всегда, если соревнования проходят в России, они ездят со мной. То есть у меня всегда очень хорошая группа поддержки. 7 человек минимум, все с флагами, с плакатами. Шишкинала, звезда пьедестала. Они там корут какие-то кричалки. Вот это поддержка. Муж ездит? Да. Конечно, муж был в Рио. Да, и у нас остались очень трогательные видео, где мы выступаем, а он сидит на трибунах и плачет. Есть что вспомнить. Да, теперь он собирается, естественно, поехать в Токио. Моя мама уже купила билет на самолет Москва-Токио. Так что все в предвкушении, когда же начнется продажа билетов. Чем интересуетесь, кроме спорта? Да, в принципе, как обычный человек, я люблю сходить в кино, почитать книгу, посмотреть сериалы. Сейчас их великое множество, они очень хорошие многие. Только недавно посмотрела «Игру престолов», дождалась наконец-то, пока отснимут полностью от и до, и с первой до последней серии посмотрела. Ура! Нашли же время. Вот в отпуске. Как раз начала, когда летела с мира, в самолете начала смотреть. Вот. Люблю, конечно, встретиться с друзьями, потому что очень мало свободного времени. Всем хочется уделить внимание, со всеми хочется поболтать. У многих моих друзей уже по несколько детей. Многим я крестная мама, обязательно нужно к крестным детям съездить. Поэтому дел полно, не говоря уже о каких-то бытовых делах, которые, пожалуй, наверное, становятся моим хобби, потому что их так много, что приходится этим часто заниматься. Ну, то есть вышивать, вязать, такого вас, рисовать. Я в том-то и дело, что я все это пыталась делать, когда мне было там лет 16-17. Я все это пыталась и вышивать, и вязать. И рисую я, кстати говоря, неплохо, но между, наверное, всем этим и просмотром какого-нибудь хорошего фильма я выберу фильм. Какой последний фильм вы посмотрели? Когда сейчас летела с отдыха, называется «Неизвестные фигуры», про афроамериканских женщин. В начале космической программы НАСА у них было очень жесткое разделение на белых и цветных, а они, цветные вот эти три женщины, они были лучшими математиками, и они очень много для космической отрасли просчитывали, а все время оставались за кадром. Короче, рекомендую вам этот фильм к просмотру. Спасибо. Он прям классный. А вот какие-то спортивные фильмы есть? Я спортивные фильмы, да, регулярно стараюсь смотреть, там, ну, HBO делает хорошие документальные фильмы про спортсменов, плюс еще какие-то на основе реальных событий снимают фильмы, да, там «Тони против всех» про фигуристку, я думаю, многие смотрели. Потом, я знаю, еще есть хороший фильм «Эдди Орел», по-моему, называется, про прыгуна с трамплина на лыжах, который... А, был, да, да. Вот. У нас, к сожалению, не так много фильмов, вот,
пожалуй, там «Легенда номер 17», да, потом «Тренер», ну, то есть какие-то есть спортивные фильмы, но, естественно, мне очень понравилось «Движение вверх», но, насколько я знаю, все равно это не биографичные фильмы, то есть именно такие, чтобы это была интересная биография одного спортсмена, такого у нас, к сожалению, снимают мало, а если снимают, то это, на мой взгляд, недостаточно интересно и не способно приковать к экранам большинство зрителей. Вообще очень жаль, что в нашей стране в основном популярны только пара-тройка видов спорта, а все остальные как-то за кадром остаются. Про синхронное плавание есть один документальный фильм. После как раз Рио Первый канал снял фильм «Непобедимые русские русалки». Его можно посмотреть на сайте Первого канала. Хороший фильм. Там как раз про... Вообще, как все было, интересная история, документальная, но, наверное, можно, грубо говоря, у нас такие все спортсмены в команде за 22 года уже без проигрышей, про каждую спортсменку, про каждого тренера можно снять отдельный фильм. Как вы сказали уже, едем за третьим олимпийским золотом. Ой, спортсмены суеверные, сплюнем. Да. Вообще не будем пока об этом говорить. Обычно мы едем, чтобы показать то, что мы наработали на тренировках. Вот, мы на каждое соревнование едем с такой целью. Как тренировка? Именно вот идеально провести? Ну, мы когда выходим на старт молодым, да, которые еще не в курсе всех дел, мы им говорим, что главное не... переработать, не перестараться, потому что то, что ты нарабатывал, ты то и должен показать. Вот свой, грубо говоря, идеальный тренировочный вариант. Мы не будем загадывать, да. Будем следить. Главное, болейте, не поддерживайте. Я очень активно веду социальные сети, Инстаграм, подписывайтесь. И я всех читаю, стараюсь всем ответить, поэтому буду очень рада новым подписчикам. Что бы вы могли пожелать юным спортсменам? Верить в себя, верить в мечту, верить в то, что нет ничего невозможного, слушать своего тренера. Даже когда ты думаешь, что ты умнее, чем тренер, все равно нужно понять, что ты не умнее, и послушать, что он тебе говорит, и согласиться, и все сделать. И, конечно же, не обращать внимания на то, что будут говорить, потому что, к сожалению, спорт — это конкуренция, и это не всегда конкуренция, которая заканчивается на ковре, в бассейне, на татами, там, в ринге. Это то, что может и переходить и в жизнь, какие-то там разговоры за спиной, какие-то, может быть, оскорбления. Стараться на все это не обращать внимания. Все равно в конечном итоге это то, что закаляет ваш характер и то, что вам пригодится потом в спортивной карьере. Спасибо вам большое. Очень приятно было с вами пообщаться. У вас много... теперь новых поклонников. Пожелаем вам удачи. Спасибо вам большое, так, будем стараться. Как вы сказали, что иногда не хватает ее. Поэтому вот всем училищам мы желаем вам только удачи и только, конечно, золота. Спасибо только большое. Вперед. Спасибо большое вам.